патриотам ко всем обращаюсь. Друзья мои, в стране все только начинается. Как я помню, президента фраза, она мне очень понравилась. А после выборов будет еще интереснее. Да, посмотрите. А дальше все только опять начинается. Вы только вдумайтесь, мы живем во время трансформации страны. Эволюционной, но трансформации страны. В феврале месяце референдум, который трансформирует эволюционным путем нашу политическую систему. Вы понимаете, что за референдумом последует изменение ряда законопроектов, изменение работы вертикали власти, а за этим последует череда выборов. Впервые в Беларуси пройдет единый день голосования, на котором мы изберем депутатов местных советов и парламента. После этих выборов страна опять станет другой. По-хорошему, эволюционно, потому что основы государства мы никто ломать не собирается. Но к этому надо готовиться. Вы думаете, те силы на Западе, те силы, которые сейчас пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, они успокоятся к 2023 году? Нет. Они к 2023 году еще больше начнут качать ситуацию в стране. Еще больше будут использовать эту возможность. Почему? Когда у нас будет единый день голосования, вдумайтесь, 2023 год, провели выборы. Когда следующие выборы? Через 5 лет. То есть для них это будет шанс, они будут понимать, если мы в 2023 году не поломаем систему, опять 5 лет ждать.